Скола взял Киру. Интересный выбор. Я видел, он участвовал в паре турниров в Уфе. Эмир открывает агрессивно. Человек прославился тем, что однажды на турнире ушатал Гринлео. А Гринлео крепкий профессионал. Ну такой хай-левел игрок. Выступает у нас в категории высокой. Всего 4 высшие профессиональные. Ну, впрочем, сейчас речь не о Гринлео, о которой, конечно, можно было поговорить ввиду ее последних заслуг, но сейчас дело не об этом. Сейчас речь о том, что Скулов один из главных троллей нашего форума, любимого. Ну и, в принципе, забавный человек. Всезнайка такой. Ну, в общем-то, даже симпатичен он мне чем-то. Вот. Хотелось бы его увидеть в наших тесных рядах, но сейчас его экскурс в эти ряды проводит довольно неприятный Немиар. Объясняет ему, что, в общем-то, иди-ка ты обратно, дружок, туда, откуда вылез. Как, в общем-то, и у нас любят это делать с новичками. Попадают они на нагибатора жестокого. И грустят. Ну что ж, Скурлов без комп, без на каких-то немысленных чудесах забивает бедолагу. Немиар спамит фреймтрэпчики. Скурлов не отстает. Немиар делает ерунду, не садится. Мог бы тут столько влепить, что... Ой-ой-ой. Камбулина... Ой, не убивает чуть-чуть, но похоже, что... Да, интересно, засетапил.